Я опоздала. Маша, это мы поняли. Объясни, почему? Что у тебя опять случилось? Ой, да чего там не случилось? Начну по порядку. Когда я слышу звук будильника, я думаю, что в меня стреляют. И ты сразу вскакиваешь? Нет, лежу как убитая. Поэтому у меня будет мой попугайчик Кеша. Ровно в 7:30 он говорит: «Дебри, утро, пора вставать!» Но вчера у Кеши было день рождения, и я угостила его мороженым. И он не смог меня разбудить. Он потерял голос. Бедняк! Мороженого, говоришь, объелся? Да, объелся мороженого. Интересно. И что же было дальше? А дальше я вышла из подъезда, и на меня напал вооруженный бандит. Ужас! И что же он сделал? Забрал мое домашнее задание. Надо же! И что же было дальше? А дальше я решила перевести старушку через дорогу. И вот только мы дошли до середины дороги, светофор сломался. Красный свет погас. Машины ездили туда, сюда, туда, сюда, туда, сюда, туда, сюда, туда, сюда. Так мы и загорали посередине улицы, пока не появился регулировщик. Да, вот так история. Скажи, Маша, а есть ли хоть слово правды в твоем рассказе? Да, целых два. Я опоздала. Можно я сяду на место? Ладно, иди садись. Продолжаем наш урок. Тема урока – падежим. Попова, выйди к доске и запиши небольшой рассказ, который я тебе продиктую. Папа и мама ругали Вову за плохое поведение. Записала? Да. Вова невиновато молчал, а потом дал обещание исправиться. Записала? Да. Подчеркни в своем рассказе все имена существительные. Готова? Да. Определи падеж у этих имен существительных. Понятно? Да. Начинай. Папа и мама. Кто что? Родители. Значит, падеж родительный. Ругали за что? За плохое поведение. Видно, что ты натворил. Значит, падеж творительный. Но обещание, конечно, в дательном падеже. Раз Вова ему дал. Вот и все. Скажи, Попова, а какую отметку ты хотела бы получить? Какую? Конечно, пятерку! Почему это? Кстати, в каком падеже ты назвала это слово? Пятерку! Предложено, но я же ее сама предложила. Иди садись. Останешься после уроков. Раз русским языком у нас не очень получается, перейдем к математике. К доске у нас пойдет Петрова. Скажи нам, пожалуйста, сколько будет 4 разделить на 2? А что делить, Карина Ивановна? Ну, допустим, 4 яблока. А между кем? Ну, пусть между тобой и Поповой. Тогда 3 мне и 1 Поповой. Почему это? Потому что Попову 1 яблоко мне должна. А сливу на тебе не должна? Нет, сливу не должна. Так вот, сколько будет 4 сливы разделить на 2? 4, и все Поповой. Почему это? Потому что я сливы не люблю. Опять неправильно. А сколько правильно? А вот я сейчас неправильный ответ в дневник поставлю. Ладно, я поняла, будет 2. Только не ставьте в дневник. Иди садись. Останешься после уроков на пару с Поповой. Есть желающие решить задачу у доски? Ой, уже звонок. Ладно, собирайтесь, идите на перемену. Побежали. Хочешь, я тебе смешную историю расскажу? Я вчера взяла папку под мышку и к дизнерю пошла. Мамка велела. И правда смешно. Да чего смешного? Я еще рассказывать не начала. Да твой папка под мышку не поместится. Он же не кот. Почему мой папка? Папка папина. Ты от смеха правильно говорить разучаешь, что ли? А, поняла. Папка папина. Это твой дедушка Коля. А вообще здорово это ты придумала. Смешная с загадкой. Причем тут мой дедушка Коля. Я тебе совсем другое хотела рассказать. Не дослушай, а смеешься. Говорить мешаешь.
Да еще дедушку моего приплела, под мышку посадила. Скажешь, какая нашлась. Лучше я домой пойду, чем с тобой разговаривать. И чего она обиделась? Зачем смешные истории рассказывать, если посмеяться нельзя?